Куйтунском районе предприятие «Северный питомник» в селе Тулюшка в 2023 году планирует вырастить 10 миллионов штук сеянцев сосны и лиственницы, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. «Северный питомник» основан весной 2021-го. В год основания здесь за две ротации вырастили более 400 тысяч штук сеянцев сосны и лиственницы с закрытой корневой системой, в прошлом году уже больше 3 миллионов штук. Работники предприятия каждый год заготавливают около 5 тонн семян с последующей их реализацией. Наша задача по лесовосстановлению – достичь показателя, когда вместо одного срубленного дерева будет выращено 6. И мы заинтересованы в создании лесопитомников. Это предприятие расширяется, поэтому рекомендовал руководителю обратиться за льготной кредитной поддержкой, которую оказывают предприятиям региона, институты развития области, сообщил глава региона Игорь Кобзев.